Начнем с победителей обновления 1.4.94. Их было два – The Spirit и Атакутян. Эти ребята получают облики стоимостью в 600 алмазов. А чтобы тебе участвовать в конкурсе, нужно лишь подписаться на мой канал и канал Голос Зверько, поделиться этим видео в социальных сетях и написать любой комментарий. Я свяжусь с победителем в комментах. Дерзай! Мур, привет, друг, это Зверько и новостной выпуск обновления 1.4.96. 17 июля доступен последний скин из отряда драконоборцев Налинга «Тень дракона». Стоить облик будет 899 алмазов, а я его уже купил. 21 июля выйдет облик на Нану «Озорная малышка» ценой в 749 алмазов. 8 июля выйдет облик на Ангелу в ту же цену 749 алмазов. На все скины скидка 30% в первую неделю. Немного изменили морды лица и анимацию выбора героям, подвергнутых реворку. You should be ashamed for not trusting yourself. The light belongs to the righteous. I am the moonlight that breaks through the darkness. Kill! Oh! At once! Ready? Go! Ready? Go! И пара слов о спонсоре. В этом месяце все футбольные топ-лиги возвращаются. РПЛ, АПЛ, Ла Лига, Серия А. Переходи по ссылке в закрепленном комментарии и выбирай крутые матчи. Для новичков есть крутая акция со страховкой ставки до $10, а также бонус на первый депозит по моему промокоду до $100. Изменение героев. Бенедетта. Из удара пассивкой убрали исцеление из навыка. Абсолютно не критично, на мой взгляд. Халид. Кстати, он выйдет примерно 31 июля. Второй навык – игнорирование урона. Ранее было 60-80%, теперь будет 50-70%. Тут мне нечего добавить. Барц. Пассивка. Укус пассивкой восстанавливал 8% от максимальных ХП, теперь будет 10%. Первый навык – увеличили урон после поджигания. Было 105-280, будет 120-320. А физический бонус увеличили со 135% до 150%. Ульта. Убрали халяву с повторяющимся станом. Теперь станет один раз, в дальнейшем замедляет противника. Руби. Сильно увеличили мана-реген. Был 2,8, будет 5,8. Это сильно облегчит игру за Руби, особенно старт. Первый навык. Уменьшили перезарядку. Ранее уменьшалось с уровнем с 6 до 4 секунд. Теперь сходу будет 4 секунды для всех уровней. А вот магический бонус наоборот. Был 90%, а теперь будет расти с уровнем с 65 до 90%. Второй навык. Область урона увеличили на 10%. Пассивка. Оптимизировали дальность и скорость прыжка, что бы это ни значило. Алиса. Первый навык. Уменьшили потребление маны. Было 90-140, будет 50-100. Пассивка. Собрав 25 шаров, Алиса получит 15% щит и скорость исцеления вместо 10% вампиризма. Но пока на проверку в бою все по-прежнему.
Зелонг. Второй навык изменили уменьшение защиты, снимаемой навыком. Было 10-30, будет 15-30. Харид. Пассивка. Подкрутили расчет ближайших противников для сопротивления к контролю. В лучшую или худшую сторону, а хрен его знает. Кроме того, оптимизировали стены на картах Имперское святилище и Небесный дворец. Показатели регенерации ХП и маны теперь будут показываться каждую секунду. До этого показывались раз в 5 секунд. Сама скорость регена не изменится, это только отображение. Начиная с эпика, если вы проиграли из-за АФК игрока, с вас не снимут звезду. Но это лишь раз в неделю, а мификам дадут полоску очков защиты звезды, и карта сохранения звезды также будет работать на мификах. На этом все. Не забудь подписаться на канал и оставить комментарий. Удачи, друг! А, эта жара меня убивает. Получается монтировать только ночью. Смерть, смерть, тупый яд, подряд ушел, мертвый отряд, они жили, чтоб